Я не хочу, чтобы он чувствовал себя другим. Но он другой. Он поднял трактор одним только пальцем. Кто бы его ни послал сюда, он не представлял, насколько опасен для него этот мир. Важные новости. Неопознанный объект, приближающийся к Земле, был замечен в лаборатории САР. Смотрите! Там в небе! Зачем ты здесь? Зачем ты здесь, криптонец? Лоис, а ты? Я Кларк Кент. Это планета под защитой инопланетян. А мне все равно. Я думал, марсиане только в фильмах существуют. Эти фильмы ужасны. Вы в порядке, мисс Лейн? Что значит «С»? Супермен. Эти люди в смертельной опасности. Отпусти их! Меня зовут Кал-Эл, я с Криптона, и я пришел с миром. Супермен. Человек завтрашнего дня. Смотрите на Flarrow Films.